Это пиздец, он охуенно поет, чувак. Подождите, я вас знаю. Вы с России? Это то, что нужно миру. Друзья, всем большой привет, добро пожаловать на канал Хижина Музыканта. Сегодня у меня в гостях Саша Квашеная. Сегодня будет самый классный выпуск чат-рулетки, не только с иностранцами, но еще и с нашими ребятами. И если хотите вторую часть, вы знаете, что нужно сделать, это... Ставить пальчики вверх! 100 тысяч лайков, выходит продолжение. И самое главное, ребята, не забудьте послушать наш совместный трек с Сашей. Под подъезда твоего, под малиновый рассвет, мы сидим уже давно, разговоры тет-а-тет. Он доступен на всех музыкальных площадках, ссылочка для удобства в описании. Мы очень сильно старались, это записывали. Правда. Это действительно позитивный, крутой трек, который мы сегодня тоже исполним в чат-рулетке. А еще Саша будет выступать у меня на концерте 8 октября в Москве. У меня состоится скоро сольный гастрольный тур по городам России. Вот здесь список где-то, поэтому обязательно приходите. Ссылочка на билеты в описании. Увидимся наконец-то вживую, споем все эти наши любимые песни. Вот, ну а сейчас приятного просмотра и... Погнали. Hey. Hello. How are you? Hey. I'm going fine. And what about you? Where well? We are singers. Ah, we singers. We are singers. Do you like music? You are singers. Yes. Yes. Oh, yeah. Yes. We have microphone. This music. Try to guess the name of this song, okay? This. Okay. Красиво, неуловимо, это ты, эй, да-да, ты, эй, красотою своей пленила, это ты, эй, да-да, ты, эй, эту ночью мы с тобой затусим. Thank you. I think you understood the language. It's not Korean. Yeah, I know it's not Korean, but you sang really well. Yeah, it was Russian language, you can see. Yeah. Yeah. It was great. You're really funny, girl. You are dancing very good. Yeah, okay, this song just for you. Индия. Чими, давай. Чими, давай. Вставай почти со мной, ты солнце ночной. Прошу тебя, родной, и песню эту спой. Ребята, неспроста мой канал называется «Хижина музыканта», потому что помимо баяна я еще играю на множество других музыкальных инструментов. Да, баян был моим самым первым инструментом, а гитара остается самой любимой. Если и вы любите гитару, как я, но не знаете, с чего начать, как к нему подступиться, самый простой способ – это скачать приложение Timbro на ваш телефон. Все, что здесь показывается, повторяйте и уже потихонечку начинаете играть. Сами не заметите, как заиграете. Во, удобно. Чтобы прогресс шел, ставьте цели в приложении и выполняйте задания ежедневно. Есть! Разучили английскую народную песню Green Sleeves.
Двигаемся дальше. С недавнего времени в приложении есть возможность также обучаться на фортепиано. Попробуем. Ребята, когда занимаетесь, не играйте постоянно на скорости 100, потому что перетренируетесь, у вас будет хуже получаться, и вы расстроитесь. Кстати, если у вас нету своей гитары или фортепиано, вы можете обучаться в приложении на виртуальной гитаре. Прикольная фишка. Приложение бесплатное, но если вы хотите иметь премиум-аккаунт без каких-либо ограничений, переходите по ссылочке в описании и получите 50% скидку на покупку данного приложения. Ну что, пожелаю вам удачи, полный вперед, работаем. Hello! Hello! Ты знаешь этого типа, чувак? Ты его знаешь? А я его знаю, блядь, это ютубер, бро. Блядь, ну нахуй. Йоу, Джибуду, как дела? Нормально, у тебя как, бро? Когда треки-то? Слышишь, бро, можно я тебя на камеру засниму это сейчас? Это типа легенда? Чисто так. Фото делай, давай. Это типа легенда. Ой-ой-ой. Я этого хочу, бро. Пи***ц, он охуенно поет, чувак. Он пи***ц охуенно поет. О, Джибуду, песни слышали новую о Джибуду? А ну вот давай, такая... я не слышал, а. Ну давай, похуй. Бля, вот же буду. Чтобы да услышал. Авторская, вот же буду. Эй, девушка, красавица, ты мне очень нравишься. Я тебя уже люблю, все, что хочешь, подарю. Ну, подарок не дари, жарких слов не говори. Любви мне не клянись, а сначала мы женись. Восточные сказки, зачем ты мне строишь доски? Манишь, дурманишь, зовешь пойти с тобой. Восточные сказки, а может расскажешь, где такая, такая восточная любовь? Блин, вы гениальны просто в этом плане, типа, я не знаю. Вы просто красавцы. Я бы пожал бы вам руку, но типа я не могу, потому что это... Можно вот так вот чисто? Вот так можно, да. Давай. Красавцы. Спасибо. Так что, давайте, заглядывайте на канал. Да я смотрю, я подписан на вас, знаете, уже 2 года. Ну типа, поэтому как бы уровень. Сильно. А вы учитесь в Германии, что ли? Да, мы учимся в Германии. Живем. Так вот. И как? Нравится? Нормально? Да, язык учим. Вообще классно. Вот на медика иду поступляю. На медика? Воу. Ланика, мы побежали? Да, классно, давай. Удачи. Спасибо. Надеюсь, мы будем видео просто. Давай, ставим еще. О, круто, давай. Круто. Все. Давайте, ага. Удачи вам. А где вы стримите? На ютубе. На твиче. И что там, что-то получается? А у меня вот вообще, кстати, было впечатление, как будто вы как на радио, знаете? Да, на радио? Тоже. Почему? Потому что микрофон ну, такой? Как-то так. Ну и фон, и так, не знаю, так разговариваете. Как... Вполне могло быть. Да, кстати. Играете, первая да? Первая мысль. Да, мы да, поем. Мы тут... Хотите споем вам да. Что-нибудь? Ну, блин, если да, можем. Давайте, конечно. Конечно, можем. Я выбился из сил, и в доме лесника я ночлега попросил. Улыбкой добродушный старик меня пустил, и жестом дружелюбный меня уже пригласил. Эй, будь как дома, будь не я, ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Эй, множество историй, коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Маленькие аплодисменты. Спасибо, спасибо. Блин, мы такие позитивные. Блин, вам надо куда-то вообще, блин, на эстраду. Реально план. Блин, дай чуть нашего освещения было, чтобы нас тоже было видно нормально. Сейчас, простите. А на ютубе что у вас много подписчиков? Ну, канал да, достаточно много. Блин, а вы ну, продвигаете да. Все сами, да, или как? Или есть да, да. Блоги. Личные блоги.
с многолетним стажем, так скажем. Прикольно. Круто, конечно, блин, молодцы ребята, реально, вообще вам респект. Спасибо большое. Ичинэ. Hello. Hello. Говорите по-русски? Да, говорим по-русски. Oh my god. Oh my god. Yeah. Подождите, я вас знаю. Кого? А вот девушку, блин. Эй, девушка. Танец старинный, это очень... Старинный. Он очень старинный, понимаешь? Танец старинный. Исполненный очарование снова. Вау. Садитесь, садитесь. Я не знаю, кто это. Она очень клёвая, да. Давай. Готов? Да. Спасибо! Закрывай! Блин, это так мило! Круто, что это... ты меня узнал именно по этой песне, ведь это первый мой кавер, это был 2012. Да, 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 это очень давно было. Я даже тебе взял, сохранил видео, получается, с Ютуба, скачал звук и сохранил себе в плейлист. Так что если удалят канал, то да, у то него попросят. Да, то я тебе напишу, короче, ладно, скинешь. Спасибо, это очень мило. Да, вы в Германии живете? Спасибо вам большое. В Германии живете? Да. Я из Германии прибыл. Ну, слушай, мы песню скоро выпускаем совместную, если что, потом сможете найти, послушать. Где? А где? Да везде будет. Да. Типа она называется два билета. Да. А, даже можем спеть, если хотите. Хотите? Мы еще ее не выпустили, это эксклюзив. Снимать нельзя, все. Да, конечно. Все, давай. Мои карманы пусты, за душой мечты. Еще не раз услышишь, как звучат мои хиты. Не знаю, чем все обернется, но пока мы живем, давай мы просто растворимся этой ночью. В одежде твоего малиновый рассвет. Мы сидим уже давно, разговоры тет-а-тет. Два билета на кино, на ночках все вдвоем. Но ты любишь не меня, и мы точно не пойдем. Подъезда твоего под малиновый рассвет. Мы сидим уже давно, разговоры тет-а-тет. Два билета на кино, на ночном сия взвалён. Но ты любишь не меня, и мы точно не дирижирование дальше. Немецкое дирижирование должно было начаться. Немецкое дирижирование. Ну как он? Что думаете, залетит в чарты? Это нет, это очень клево. Вообще. Спасибо. Это то, что нужно миру. Да? Да. Сильно, да. Комплимент. Спасибо большое. Да не за что. Всё. Вам спасибо. Девчонка так прикольно этот подделывает эмоции. Так. Goodbye, guys, да? Yeah, have a nice day. Пока-пока. Have a nice night. Так не говоришь. Я не знаю. Пока-пока. Как? Вы стримите? Нет. Нет, пока что, просто сидим. Офигеть. А кто вы? Так, музыканты. Люди. Кто вы? Мы музыку поем, а играем, поем. Она как будто знает, Том. Посмотри в её глаза. Она знает. Она знает. Она охрененно поет. Ты хочешь, чтобы она тебе спела? Да. Да. Кстати, также в моем телеграм-канале я выложу наш фотосет Саши для обложки к треку. Припев там, фиг на где дышать. Да, да, да. А куплетов думаю. Привет, сори, сори. О, вы, кстати, очень хорошо выглядите. А, спасибо. Спасибо. Огурчики там, помидорчики.
Да-да-да, эти холодные маски. Да, шаришь больше нас. А, вы с России? Ой, эл, чувак, извини, извини, просто не переключай, я тебя знаю. Слушай, ты не поверишь откуда, ты не поверишь откуда. Откуда, давай расскажи. Я из Англии долго живу пару, уже много лет, но я латыш. И у нас как бы популярно тоже, у меня дед тоже играл. И я видел твои выступления в Ютубе, если не ошибаюсь. Да-да-да. И ты довольно-таки хорошо. Да. Это правда? Это ты был? Потому что я видел, а потом такой, йо-йо, да, я хотел на аккордеоне. Знаешь, что мне самое любимое? Господи. Tengo una camisa negra на аккордеоне пытался. Ну я ее не пел, но знаешь, вот так типа играл. Ну слушай, я об этом действительно задумывался. Французские. Вообще, французы на аккордеоне, ну, это красавцы. Ты слышал? Конечно. Да уж, да. Я да уж, да. Знаю. Да, у них это в крови. Да, у них это в крови. Но это классика. Еще круассан надо. И вот это вот, у тебя у женщины еще беретку, так все. И у женщин усики. Еще длинный нос. Усики! Доставай круассаны. Доставай круассаны. И кофе. Нет, ты молодец. Я действительно тоже мечтал на аккордеоне играть. Есть же самые популярные песни в мире на аккордеонах сделаны. В Англии их ценят. Это вообще... И вообще, я тебе советую, в Англии, допустим, аккордеона как такого нет, он считается как уже foreign instrument, да? Раритетный, что ли? И, поверь, тебя оценят. Ой. Нет, мы поем песни, как бы, если есть желание, можем тебе что-нибудь спеть. Хочешь? Там «Сектор газа», лирика, не знаю, порный фильм, что слушаешь, «Звери». Давай «Сектор газа». Сектор газа, прям уверен. Сектор прессного. Сигарета мелькает во тьме. Ветер перебил лицо, швырнул мне. И обугленный фильтр на пальцах не оставил ожог. Со мной забыться на все. Эта ночь нам покажется сном. Я возьму тебя и прижму, как родную ночь. Арес, закутая ты сигарет. Ты уйдешь, как настанет рассвет. Если ты на постели напомнишь мне счастливую. Очень круто, ребята, вы очень классные. Да, спасибо. Первая улыбка сегодня. А то что-то все вообще поникшие. Какие-то грустные погоды, видимо, такая, да? Ну да. Осень так. Да. А ты откуда? Белгород. Белгород. Найс. Мы из Москвы. На данный момент. Ты сама чем занимаешься вообще? В данный момент или по жизни? По жизни, кто ты, скажи нам. Учусь. На кого? Студентка. В школе. В школе еще? Ты в школе учишься? Да ладно, в 11-м? Да ты. ЕГЭ скоро на носу уже, боже мой. А, да. Да, у тебя есть хобби какие-нибудь? Ну, да, есть. Рисуешь? Нет. Танцуешь? Нет. Вяжешь? Mm-mm. Кушаешь? Спать любишь? В модельном направлении развиваюсь. Ты 1.90 м, что ли?
1.75 Ну, тоже хорошо. Идеальный рост, да? А у тебя сколько? У меня 1.55 Мне тоже модельный пора. Тебе это? 1.87 Да, модельный. Слушай, а мы вот песню недавно написали. Хочешь послушать? Да, было круто. У подъезда твоего под малиновый рассвет мы сидим уже давно. Разговоры не тупят, но идет и на кино. На ночной сеанс вдвоем, но ты любишь не меня. И мы точно не пойдем. У подъезда твоего под малиновый рассвет мы сидим уже давно. Разговоры не тупят, два билета на кино. На ночной сеанс вдвоем, но ты любишь не меня. И мы точно не пойдем. Ну как тебе? Вообще, блин, супер. Да? Так что, если вдруг увидишь где-то ВКонтакте, там, в плейлисте... В чарте на первом месте. Кто знает, да? Добавляй, да, вспоминай нас. Саша, Раиль, тебя как зовут? Ангелина. Ангелина? Да. Круто! Спасибо, мы рады, что тебя встретили. Дали настроение. Отлично. Удачи вообще во всем, во спасибо. Всех ваших испытаниях. И тебе там с экзаменами все дела. Да, через год. Готовься, давай. Модели тебя ждет. Белла ходит. Фух, ребят, ну как вам этот выпуск? Пишите в комментариях, не забудьте влепить лайк, поделиться этим роликом в соцсетях. И не забудьте прослушать наш совместный трек с Сашей. Два билета. На всех музыкальных площадках. Давайте вместе попадем в чарты. Для этого нужно много-много раз послушать эту песню. И увидимся в Москве 8 октября в клубе ВК Gypsy Bar, где вместе с Сашей споем этот самый трек «Два билета». Два билета. Пока.